400 и ваш чек. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Так, что ты? Б212, Каховка 29, а 31.01.23. Ага, пошел. 27.05.21.21. Карл. Оу, как они это не заметили? Ладно, тут считать 20 суток, и может не каждый умеет считать тут. Но как не заметить вот такое? А что это у вас тут происходит? Здрасте. Вот видите, ждем. Ну ничего, 20. Сколько ждали, еще подождем. Вот, вот тебя сейчас подождем. Не, ну вы просто на него посмотрите. Вот сидит, без подписки смотрит. Меня, между прочим, 80% почему-то без подписок смотрят, а? Мы долго будем ждать? Вот сейчас, да, пауза, колокольчик, выбрать все уведомления. Подписался? Все, красава. Так, работаем дальше. Вино не запрещено, но есть 4 но. Смотря кто, где, когда и в меру можно. Чуть-чуть давила грудь, кровь, штуть, муть, из головы выкинуть, оставив суть. Сегодня здесь, завтра там, бьюсь по углам, я сам в хлам, вокруг только шум. Так, а все, отменяйте чек и пропускайте его день. 15690. Это нормально. Мужчина, идите, идите. Свободная касса. Все, да это не... Друзья, всем привет! Сегодня мы на Каховке 29, мой любимый магазин с неадекватной директрисой в прошлом. Давайте посмотрим, чем они тут сегодня приторговывают. Вот, например, прямо сходу. Не кажется ли, что в плесени? Да, нет? Оп. Есть основания покопаться. С какими-то посторонними предметами из серии. Железяки. А не перемаркировано ли это? Ну, вроде перемаркировка не замечена. Но по качеству продукта есть, конечно, вопросики. А вот здесь перемаркировка замечена. Следы не от этой маркировки. И что? Неужели так на всем? Получается, что да. Перемаркировка занимается. Кошмар, кошмар. Я видел те штучки, которые в тепле должны быть, да? Я вот так нахожу просрочку. Срок годности 180 суток. Да, нет? Да. 27.05.21. Карл. Я здесь был в 22-м году. Мой косяк, людей не хватает. Мы обязательно исправимся. Спасибо, что что вымогаете нам стать лучше. А это все перемаркировка. Девушка, здравствуйте. А вы не директор случайно? Да, директор. Здрасте. Да. Вы новенькая здесь? Да. У вас новый директор, но проблемы все старые. Кто-то занимается у вас перемаркировкой, во-первых, это так вот на всем. Но это следы не от этой маркировки. Первый косяк, второй косяк, что просрочилось в 21-м году. Да? Да. Срок годности 180 суток. Где написано? Я сейчас это... А, вот, да. 180 суток, 27.05.21, то есть они в 21-м году уже закончились. Ну и детское питание по классике в этом магазине, это всегда так было и будет до 28.01. Сегодня уже 31.01.23. Класс. У вас пока Колотушкин, а завтра
уже Сергей будет. Так что Сергею достается не самый чистый магазин. И, пожалуйста, исправьте. Или у вас на «ты» в компании? Ну, я воспитанный просто человек. Тихо. Перемаркировка. Так оторвалось, что не видно, это от старой след или от новой. Вот тут вопросики, тут, возможно, свежая. Мы же не докапываемся, а вот тут вообще без вопросов. И также непонятно, вроде нормальные. А по качеству макаронок пусть сами разбираются, но плесень к реализации не допускается. Идем. А я сегодня был в первой половине дня у ваших соседей, куда перешли сейчас руководство ваше отсюда. Не помню, как они там дальше. У них тоже, ну у них там в целом плюс-минус все более-менее нормально, потому что полмагазина пустые. А вам они оставили, конечно, помойку. Привет, привет. Вот мои волонтеры. Ноунеймы, новички какие-то. Новичушки. А мне дат. Нет даты изготовления, говорят. Нет оснований новичушкам не доверять. Девчушки, новичушки. До 31.01.23 Хайнц для детей с 6 месяцев. Вот прям, наверное, все, что было. Следующий момент. Макарунки. Маркировка говорит о том, что должны храниться при температуре 18 плюс-минус 5 градусов. Прям так и написано. Возможно, кто-то прочитал как минус 18, плюс 18, типа все сюда. Нарушение условий хранения. А вот такие нормально. Нет, они уже приходят размороженные. Тут дата дефростации была. И повторная заморозка запрещена. Кто-то скинул просто. Ну, видимо, да. Оу, ау. Вот, пожалуйста, новичушки. Вот также, не отходя от входа, сразу целая телега. Как они это не заметили? Ладно, тут считать 20 суток, и может не каждый умеет считать тут. Но как не заметить вот такое? Просрок в этом магазине присутствует. Что у них тут? Даже не развакум. Пойдем посмотрим сыр. С 3-го упаковали до 12-го, 2-го. Ладно, верю. Одна маркировка. Когда будут переупаковывать, они, естественно, снимают старое, клеят новое. Главное тут следить, чтобы плесень уже не пошла. Или как у некоторых, сверху прям клеят. Как будто маркировка непрозрачная.
Упаковано сегодня в 14:39. Смотри-ка, они сегодня пробежали по всему столу. Все перемаркировали. А все почему? Был я потому, что у соседей, и там у них тоже просрок присутствует. Здрасте. Здрасте. А почему у вас просрочки нет? А зачем она нужна? Вот хороший ответ. Здесь с маркировками у вас тоже все хорошо? С маркировками тут хорошо у вас все? Вот время, что сейчас, 18:53, ну да, до вечера. А покажите, пожалуйста, вот этот салатик. Вот можно вот... Бумажечку ты вот держишь? Вот в моих руках, я не буду трогать сам. Вот одна маркировка, вот след от другой маркировки. А почему следы от другой маркировки тут еще? Не подскажете? Не потому, что он просрочился когда-то и перемаркировали? Нет? Я вам бумажку. Ладно. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения, чтоб перекресток просрочкой торговал? Оп! Дата изготовления 21.01, годен до 2 часов ночи 28.01. 2 часа ночи уже прошли, 31 числа. Просрок. А что это у вас тут происходит? Здрасте. Ваша? Кто просрочил? Кто просрочил? 28-го. В 2 часа целых ночи. Нет, сегодня какое число? 28-е. А, нормально. А сегодня 31-е уже все. Давай ты откуда? Из морозилки. Вестима. Дальше можешь не смотреть. Почему? Вот у вас дальше тоже может быть просрок. Ничего нет. А если найду? Не найдешь, нет. Ай, да ладно. Нет. Блин. Вы про 28-е, наверное, уверены, что его нет. А оно есть. Ладно, ладно. Многие многое говорят. Не серьезно, я говорю. Смотри, это главное. Вот зачем? Повернули бы вот так осталось? Чтобы зритель видел сразу, что подходит. Свежая, 31-го изготовлена, годит до 7-го. Они очень хорошо. Классно же? Видят. Да, ничего не видно. Вот, а вы говорите еще верить. Знаешь, как... Вот так поворачивают туда, полчаса стоят, смотрят. И что? Ведь у покупателя должен быть обоснованный выбор конкретного продукта. Вы зачем мне мусор какой-то даете? Вот моя тележка. Или вы думаете, что дохлебывай и уебывай, бери быстро, не глядя, и уходи? Надо же выбрать, посмотреть. Опасные продукты в вашем магазине, не мы. Опасные люди вообще. Не-не-не. Перекресток опасный магазин. Лично мое мнение. Что, снимаем и показываем, да? Не, просто снимаем. Меня никто не смотрит. Не лайкует никто. А? Вот видите, ждем.
Ну ничего, 20. Вот, сколько ждали, еще подождем. Вот, вот тебя, тебя сейчас подождем. Не, ну вы просто на него посмотрите. Вот сидит, без подписки смотрит. Меня, между прочим, 80% почему-то без подписок смотрят, а? Мы долго будем ждать? Вот сейчас, да, пауза, колокольчик, выбрать все уведомления. Подписался? Все, красава. Так, работаем дальше. Что у вас тут хорошего есть? Здравствуйте. Пекарь третьего разряда. Мне макаронцы надо посмотреть. Мне интересно. Посмотрите. И меня... вот прочитайте вот прям вот не, тут. Этот, нет, это отсюда было. Это не отсюда было. А, вот эти макаронцы? А? Мне вот, вот эти надо смотреть. Это... Вот эти. Что? Кто? Что? Вот это хочу. Вот смотрите. Кто у вас таким занимается? Я не занимаюсь, я 3 дня не была. Знаю, что макарон полностью снимала. К макарон? Сами. К самим вот этим сейчас пироженкам. Это не макарон, это... Кто перемаркировывает у вас? Через чизкейки. Хорошо, это чизкейки. Кто их перемаркировывает? Потому что перемаркировка запрещена и... Я не перемаркировала. Здесь следы от старых маркировок. Макаронцы. Здесь какие-то... неизвестные предметы, ну, в них вот черные. Предметы. Не знаю, какашки, мух, какие возможно. Где? И плесень. Где? А я вам сейчас покажу. Какие плесени? Вот какие-то вот какашки, мух, а вот какие-то плесень. Нет. А я откуда знаю? Знать не могу. Плесень? Нет, конечно, на сыре я видел по плесневее продукты. Это не какашки. Что это не несете? Какашки, это о чем вы не, говорите? Где тут? Вот это плесень. Это не плесень. Вот сейчас где? Вот гнида, еще и не фокусируется. Я тебе сейчас покажу. О! Смотри, вот эти, вот эти. А куда вы понесли? Во-во-во, смотри, смотри. Вот. Это все про срок. Условия хранения. Давайте сюда. Все. Какое условие хранения? Никакое не условие не хранения. Ваши торты просрочились 28.1. Сегодня 31.1. Все, двойка. Спасибо за двойку. Двоечка. А вот это нормально еще? Это я не особо разбираюсь. Еще как разбирать? Да не разбираюсь я. Я новичок. Не, может оно так и надо. Благородная, огурцы, бри. Да про срок. При этом перекресток единица к азбуке вкус на уровень азбуки. С огурцами с такими. Да, с вот такими пирогами. Дальше. Шарлотка у вас тут лежит тут. Это не надо. А, я первый нашел. Не надо, это я сняла. Ну все, а почему сняли? Она же нормальная. А, тут оторвана вот маркировка. Из-за этого. Понятно. Чтобы потом обратно не выставили, ладно? Когда вы уйдете, как раз. Да не надо, ну зритель же потом сюда придет и отравится, оно вам надо. Это специально, сейчас соберу, туда пойду. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Неупакованная. Вот так и ходи с этими не новичками. Они быстро весь магазин промониторят, весь просрок снимут, а контента нет. Вот смотрите, еще КСО пока работает. А если работает КСО, тогда без полиции. Да, про какие? Вот эти. Они не просроченные, они у вас лежали в морозилке, минус 18. А должны храниться при температуре? В холодильник. 18 плюс-минус нет, на теплой полке вообще. Температура зала плюс-минус 18 градусов. Тут 18 плюс-минус 5, это значит от 13 до 23, да? Плюс-минус. Кто-то, видимо, прочитал
эту аббревиатуру как минус 18 и как бы можно. С вот этими макаронками тут где-то была и плесень, вот по ним прям видно, что они не свежие. Ну, они реально, они не свежие. На каких-то прям вот плесень куски, на каких-то еще какие-то вкрапления непонятные. Есть сомнения по качеству этого продукта, также и по маркировкам. Да. Остальное все про срок, и вот там все тоже про срок. Мы сейчас все купим, сделаем возврат. Вы касса самообслуживания пока не отключаете? Мы не отключаем. Почему? Зачем? Даже ну тогда без полиции. Здрасте, это все некачественно. Пробить, оплачу, сделаем возврат и расходимся. Ладно. Не каждый будет считать сутки, просрочено нет. Ну, блин, это же элементарно видно. Вот. С нами сейчас находится настоящий директор этого магазина. Очень миленькая девушка. Не спорит, не ругается, как некоторые до нее в этом магазине. Ссылка вот здесь. Жесть творилась вообще. Поэтому этого директора вы не увидите. Потому что у меня на канале только неадекваты. А это, что у вас скучно так в магазине? Просрок-то он и в Африке просрок. А контента нет. Как у вас контент сделать? Охрана даже не подошла, не подраться. Может быть, у вас какие-нибудь таланты в магазине есть. Может быть, кто-то стихи читает. Может быть, кто-нибудь любит чуть-чуть пригубить вино. Не запрещено. Но есть четыре «но». Смотря кто, где, когда и в меру можно. Чуть-чуть давила грудь кровь, штуть муть. Из головы выкинуть, оставив суть. Сегодня здесь, завтра там, бьюсь по углам. Я сам в хлам, вокруг только шум, гам. Налью, выпью, запью, потом вторую. На третьей стопке водки чую. Злую бурю, может, негоже так говорить. Но похоже бланш, дороже даже тоже блажена. Даже вхожу в раж, мандраж вызываю в предках. Читку в сетку поймал, согнав плеткой в клетку. На заметку взял все сюрпризы, как призы. А дозы музы до грозы, прозы. Вообще нет талантов у вас? Друзья мои, простите, не поверю. Зато у меня есть очень талантливые друзья, которые делают клевую одежду. Кто еще не в курсе, за Йодас бренд, ссылка в описании. Там уже больше 10, у меня денег нет, я не буду покупать это все. Не надо, не пробивайте. Я... Да больше 10 уже. Ну, давайте пробивайте дальше. А мне за детское кто-нибудь возврат сделает? Где, кто, как? Или вы претензию? Я предлагаю нет. Нет? Нет. Ну тут какие-то миленькие все. Что? Ладно, я тебе купил. Это твой. Вот твой чек. Ну это для этого магазина это нормально. Ссылка вот есть. А, блин, еще и пыльная вся эта. Ну, Мария теперь тот загадит. Они собираются там что-то перестройку делать, что у них там кафе появится, все красивенько будет. С таким директором, которая здесь тогда магазин засрала, не знаю, что у них там получится хорошего. Но проверим. Будем посмотреть. Ой, у них 11 февраля, почти год назад, 22 года, кто-то совершил покупку
в их магазине на сумму более 10 тысяч рублей, в том числе питание для детей с 6 месяцев и 8 месяцев. Срок которого истек 29.01.2022, вами нарушена статья 5.5 Закона о защите прав потребителей, 29 Федеральный закон Российской Федерации, нарушены мои права как потребителя, чем проявлено неуважение ко мне как покупателю. В рамках статьи 15 Закона о защите прав потребителя требую выплатить мне компенсацию морального вреда, которую я оцениваю в 10 тысяч рублей. Претензия составлена как досудебная. Подпись, телефон. Как грамотно кто-то пишет. Уважаемый покупатель, во всех отделах будет проведена проверка товаров. Приносим свои извинения. Ну ладно, проверили. Так, все, отменяйте чек и пропускайте людей. 15690. Это нормально. Мужчина, идите, идите. Свободная касса. Все, все, мы не... Да это не это. 15690. Меня снимаешь? Где старшего кассира найти? Не будем мы с вами судами заморачиваться в этот раз. Почему будем? Будем? Здрасте. Я у вас немножечко купил, одну штучку всего. Мне возврат надо сделать. Не подошла по вкусу. Вакансии. Продавец-кассир от 39 до 44 тысяч рублей. Ассистент на кассе от 44 280 до 46 799. Специалист по заказу приемка товара. Ночной администратор, ведущий товаровед, заместитель директора супермаркета. 129. Карта была. Наличными. Возврат наличными. Да? А, да, наличными. Да. Платеж наличными. Да. Да-да-да. Да я затупил. Это же я. Все, спасибо. Так, это возвратный мой. А что вернули? Про срок был. Я вот сюда вот. А саму эту баночку, она у вас? Да, вот она. Давайте. Так, эту баночку к остальному просроку и предлагаю нарушить целостность упаковок, чтобы никто не выложил обратно. Какой-нибудь лучше сразу ТСДшку и черный мешок, чтобы списали. Да, давайте, может, пойдем. Давайте, да. Сейчас. Так, одна была, вот это вторая. Да, это вторая. Три. Четыре. Пять. Можно вас чуть-чуть в сторону, там просто снимается. Раз. Два. Они одинаковые все? Да. Должны быть. Шеф, не нет, шеф. Да, меньше. Помидорки с шефом Ивлевым. Константин, твоим лицом торгует Ухляком. Перекресток. Претензию досудебную. Раз. Раз. Четыре штуки. Грамотно, да? Да. Фу! Зря я это сделал. Очень даже зря. Так, эти у нас где-то были уже. Годен до 21-го. Ян. Эту взяли? Три. Так, три. Ну, да.
годен до 26.01. Так, огурцы я не буду вскрывать. Огурцы я верю, что не выставите. Это как этот криминальный какой-нибудь детектив. Это чья? Одинаково. Фу. Я их вскрыл. Да. Две. Вам же это надо как-то доказать своим. Давайте это не будем убирать. Это, ну, короче, это сами сейчас. Детское питание Heinz, кашка для детей с 6 месяцев, вся до сегодня. Они одинаковые? Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну просто возьмите семь, восемь. Другая Heinz. Так, все это тоже мы все закинули. Как? Ну все. Исправляйтесь. Можете укатывать. Ты можешь сказать здрасте, брат?